Бизнес-миссия была осуществлена в рамках договоренности между министром сельского хозяйства Абхазии Дауром Тарба и торговым представителем России в Абхазии Владимиром Некрасовым. Организаторами данного мероприятия выступили торговое представительство России в Абхазии совместно с Ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» и при поддержке Министерства сельского хозяйства Абхазии. Абхазия считается аграрной страной. Благодаря климатическому условию у нас можно выращивать разнообразную растениеводческую продукцию, а также есть все условия для развития животноводства. Для всего этого необходимо современное техническое оснащение, которое позволит производителям осуществлять производство сельскохозяйственной продукции в соответствии с действующими стандартами, направленными на снижение затрат труда и качества выращенных и произведенных товаров. Современное техническое оснащение для сельхозпредприятий, крестьян и фермеров, несомненно, будут способствовать развитию производства сельскохозяйственной продукции, увеличению ее объема. Росспецмаш включает в себя 156 предприятий, производителей аграрной техники. Некоторые из этих предприятий производят не только сельскохозяйственную, но и строительно-дорожную технику, а также компоненты пищевого машиностроения. В рамках бизнес-миссии представители российских компаний презентовали абхазским коллегам свою продукцию. Основное занятие нашего предприятия – это зернопрерабатывающее оборудование. Основное. Это мельницы для переработки зерна, пшеницы, ржи и других культур. Вице-премьер правительства Беслан Ишба подчеркнул, что в Абхазии много успешных предпринимателей, а для руководства страны развитие сельского хозяйства является приоритетным. Наша сельхозпродукция, которая вывозится, пользуется большим авторитетом. Вы тоже это прекрасно знаете. Бренд Абхазии, экологически чистый продукт. Это непосредственно, наши те же мандарины и все, что вокруг сельского хозяйства у нас происходит. Но помимо этого есть еще и переработанная продукция, которая занимает лидирующие позиции. Поэтому нам действительно очень интересно дальнейшее взаимодействие. Теперь у абхазских предпринимателей есть возможность приобрести тракторы, почвообрабатывающую и уборочную технику, культиваторы и другое оборудование прямо от производителей по приемлемым ценам. Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.